Всем привет! С вами канал Мой Принтер. В том видео мы разбирали наш принтер HP 6L. В этом видео будем собирать. Начнем с нашей термопленочки. Давайте мы посмотрим у нее. Здесь прокол. Здесь прокол. То есть раз, прокол, два и три. Я в этом видео специально оставлю такую термопленку и покажу, как он будет работать с такой термопленкой. Влияет ли вот эти дырки на качество печати или нет. Обратите внимание, здесь не как обычно у них, как сейчас принтеров идут. Тут получается раз крокодильчик и два крокодильчика. Снимаем с этой стороны наш крокодильчик. Вытаскиваем нашу пластмасску. Здесь видим, у нас наша каемка находится с этой стороны. Обычно она находится, где силовой кабель. Здесь все наоборот. Снимаем нашу пленочку. Видим, у нее такое состояние. Сейчас вытащим наш тен и почистим. Чтобы его вытащить, снимаем также с этой стороны. Отсюда поддеваем. Аккуратненько, не сломайте его. И вытаскиваем. Берите растворитель и чистите все это. Итак, все почистили. Давайте теперь будем наносить нашу смазку. Нанесем смазку на терморегулятор. Много ее так не надо. Размажем. Так. Затем суем наш тен. Обратите внимание на контакты. Тен засунули, чтобы он у нас не шевелился. Лучше его закрепить сразу, хотя бы одну сторону вот эту. Закрепили, наносим смазочку. Нанесли смазку. Смазку не жалейте, как бы не сильно много, но не сильно мало, чтобы у вас от сухости не рвало вашу пленочку, потому что вам надо смазать все вот эти части. Что лишнее будет, когда вы будете одевать, оно выйдет с пленочкой, а потом, когда вы начнете печатать, оно также с бумагой потихоньку выйдет. Ну, конечно, не надо ее тут весь тюбик. Нанесли нашу смазку. Одеваем нашу термопленочку. Еще раз говорю, попробуем эксперимент. Как будет печатать с дырками. Потому что бывают такие вопросы. Так, одели. Затем вот эту часть тоже не забудьте смазать. Вот в этом месте. Обязательно. Потому что оно вращается здесь. Так. Thank you.
Затем сбоку здесь видим лишняя смазка. Аккуратненько ее уберите. Которая лишняя была. Ну вот и все. Нашу пленку одели. Давайте начнем собирать наш принтер. Ну что ж, давайте начнем собирать. Во-первых, не забудьте вытащить нашу ось, смазать в этом месте. Вытаскивается она вот здесь. Отверточкой поденете и вытащите. Тяжеловато. Затем обратите внимание на датчик, как он расположенный, чтобы был смазанный тоже, видим, блестит на смазанный. Итак, вот у нас две направляющих таких. Вставляем ее в наш каркас. Поставили. Закручиваем на винтик. Винтик такой шайбой. Видим. Затем берем один уголочек, поставили уголочек на наше место. Берем второй уголочек, ставим его. Закрутили. Так, эту часть мы собрали. Затем будем ставить нашу эту подставочку. То есть вот эти три направляющих ставим на свое место. Все, поставили. Здесь защелочку защелкнули. Здесь защелочку защелкнули. Здесь посмотрели наши защелки, чтобы они защелкнулись, видим. Одна вот не защелкнулась. Все, подсунули. Здесь тоже, чтобы три встали на свое место. Эта часть готова. Давайте закручим на два винтика, чтобы в будущем она у нас не слетала и не мешала нам. Затем берем нашу шестереночку, одеваем ее на нашу ось. Одели, защелкнули. Затем будем ставить вот эту нашу направляющую. Видим, здесь у нас такие две защелки. Здесь два паза. То есть надо нам ее, эти две защелки засунуть сюда. Ровно взяли ее. Засунули. Стало у нас. Защелки здесь посмотрели, чтобы вышли. Давайте одевать нашу эту часть на нашу схему. Все-таки я отцепил отсюда провод, потому что потом неудобно его подцеплять. Засунули наш шлейф. Затем зафиксировали вот здесь, если он у нас вылетел. Затем берем нашу вот эту верхнюю часть и ставим ее на свое место. Поставили вот в это направляющее в начале. Затем аккуратненько здесь подцепили наш шлейф. И датчик смотрите, чтобы у вас встал на свое место. В октопара сюда. Все, поставили, датчик попробовали. Все крутится.
Так, эта часть готова. Еще один совет, когда вы поставили вот эту площадочку на свое место, закрутите ее на два винтика. Раз и два, чтобы она у вас не отвалилась и не было у вас проблем потом с ней. Дальше ставим наш тефлонный вал. То есть вначале ставим вот эту часть. Затем шестереночку поставили на свое место. После чего одеваем нашу вот эту металлическую площадочку. То есть вот эти зубчики одеваются сюда. Таким вот способом она оделась. Защелкиваем наши защелочки. Все, эта часть готова. Затем будем ставить наш резиновый вал. Не забудьте посмотреть состояние бушингов. То есть вот этой длинной частью мы его засовываем сюда и ставим на свое место. Ставим нашу шестеренку на резиновый вал. Поставили. Ставим нашу термопленку. Видим, здесь такие как бы подшипников пластиковых направляющие. Эти направляющие вставляются сюда. То есть ее поставили одну сторону, затем вторую сторону. Затем наш провод засовываем на место, как он был, и засовываем его в свое гнездо. Так, эта часть наша готова. Затем ставим нашу вот эту металлическую реечку, то есть вставляем вначале вот сюда. Защелкиваем на наши вот эти металлические уголки и закручиваем на два винтика. Винтик здесь с такой шляпкой. После чего будем ставить нашу вот эту направляйку, которая направляет наш лист бумаги вверх или вниз. Взяли ее, вот этими кончики смотрят на вас, засунули ее, поставили в пазы, и все. Затем вот этот уголочек поставили сюда, пружинку поставить ее сюда, который останавливает. Так вот она работает. После чего будем одевать нашу вот эту крышку на печку. Обратите внимание, здесь такие как бы направляющие. Так, может, их видно. Вот эти уголки суются у нас вот под эти металлические уголки. То есть поставили ее, засунули и закручиваем на два винтика. То есть раз и два. После того, как закрутили два винтика на нашей крышке сверху, будем ставить нашу боковую железочку. То есть вот эту направляющую засунем сюда. Поставили ее, закрутили здесь два винтика, раз и два. После того, как здесь закрутили два винтика, закручиваем сюда два винтика, раз и два. После того, как закрутили два винтика,
наши вот эти фиксаторы металлические загибаем обратно, везде, где мы их разгибали. Подставочки, все. И ведем наш шнур. Кабель наш поставили на место. Теперь оденем на эту часть нашу крышку, закрывающую наш кабель. Так, одеваем нашу крышку. То есть вначале вот эти два направляющих вставляем сюда, затем защелкиваем. Так, эта часть у нас собрана. Затем давайте собирать редуктор. Поставили вот эти шестереночки на свое место. Затем засовываем эту часть и вот эту шестереночку. Все встало, подключило, ставим нашу железочку. Закручиваем винтики здесь вот такие, с такой шляпочкой. Затем ставим нашу пластиковую эту штучку. Поставили, защелкнули. После чего будем ставить нашу ось. Берем нашу ось, ставим вначале с одного угла. То есть ее поставили вот так вот. Так. Защелкнулась она. Затем с другого угла. Поставили, нажали и защелкнулась. Все. Наша ось стоит. Ставим нашу металлическую площадку. Вначале сюда, где уголок нам мешает. Затем отодвигаем эту стеночку. И другую поставили. Закручиваем на два винтика с одной стороны и на два винтика с другой стороны. На два винтика закрутили. Не забываем зажимать наши эти зажимы металлические, как бы подставки и зажимы. И одеваем нашу пластмасску. Поставили ее, защелкнули. Все, эта часть наша готова. Начнем собирать узел захвата бумаги. Вот тут у нас две направляющих. Вставляем ее. Поставили. Закручиваем на большой винтик. Закрутили. Обязательно посмотрите ваши датчики. Этот датчик и этот датчик. Датчик наличия бумаги, чтобы функционировали. Дальше берем нашу ось и вставляем ее. Попадаем вот сюда в разъем. Попали сюда в разъем, чтобы она у вас вошла. И защелкиваем. Все. Эта часть наша готова. После чего будем устанавливать нашу тормозную площадку. Не забывайте о пружине, что она должна здесь находиться. Так, засунули ее. Поставили на свое место. После чего берем вот эту штучку. Видим, как она. Поставили и защелкнули. Площадка наша готова. Далее будем ставить толкатель бумаги. То есть берем его в таком положении. Засовываем. И нашу пружинку сгибаем маленько. Нажимаем на площадку. Все, толкатель бумаги стоит.
Потом берем вот эту сторону, засовываем ее. Обратите внимание на кулачки, еще раз говорю, чтобы они у вас были в одном направлении. После чего будем одевать подшипник на наш ось. Поставили, одели и защелкиваем его обратно. На белую штучку тут-то нажали. Все. На свое место. Попробовали. Все, толкатель работает. Ролик крутится. Все замечательно. После чего берем нашу шестеренку, ставим ее на место. Эти отогнули по сторонам и засовываем. Все поставили. Попробовали. Все функционирует. Затем берем наш узел, ставим в заднюю часть принтера. То есть поставили. И закручиваем на винтики. Закрутили на 4 винтика. 1, 2, 3, 4. Затем обратите внимание вот на эту штучку. Мы ее берем, сжимаем и ставим на свое место. Берем, сжимаем и ставим на свое место. Все. Эта часть стоит. После чего берем наш контакт и деваем его на свое место. Одели наш контакт. Дальше закручиваем блок лазера наш. То есть на эти винтики. Раз, два, три, четыре. Вот в этот винтик, вот этот вот тут, он, в отличие от этих, самый длинный. Обратите на это внимание. Если будете это пытаться, он не закрутится. Надо длиннее. Самый длинный, который такой винт есть, его сюда вкручивайте. Желтый провод у нас подходит сюда. Фиолетовый сюда. Датчик подцепили. Этот подцепили синий от датчика. Соленоид наш подцепили. Видимо, я сюда наклеил изоленту. То есть сейчас у нас работает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И прилипает ничего. И верхнюю крышку почистил. Затем будем ставить нашу крышку. Тут такие направляющие, которые входят сюда. Вначале вставляем их. И затем здесь закручиваем на большой винтик. После чего будем ставить наш лоток для бумаги. Поставили. Далее одеваем нашу крышку. То есть взяли ее ровненько. Суем.
она легко зашла. Защелочка внизу защелкнули. Закручиваем на два винтика. Раз и два. Развернули его крепным задом. Одеваем нашу крышку. Защелочки все защелкнули. И закручиваем на три винтика. Раз, два, три. Два больших, один маленький. Закрутили на три винтика. Теперь берем наш принтер. Поднимаем и вставляем нашу подставочку. Ну вот, за 20 лет наши принтеры почти не изменились. Все такие же, как и в 97-98 году. Сейчас попробуем распечатать тест-лист. В общем, запустил этот принтер, он не стал захватывать бумагу. И ошибку вначале выдавал. Обратите внимание, когда будете собирать ваш принтер, то есть вот здесь и видим соленоид, как находится здесь. Он вплотную впритык к нашему язычку. И вот здесь он должен быть вплотную впритык к нашему язычку. Язычок, обратите внимание. Ну, все, собираем и попробуем. Ну вот и наступил тот долгожданный момент, когда мы запускаем нашего динозаврика и смотрим, как он нас печатает. Переключим вверх, чтобы отсюда бумага выходила. Включаем. Не забывайте, если есть вопросы, подписывайтесь в группу ВКонтакте, присылайте видео. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Если есть какие-то пожелания, тоже пишите. В Ютубе я не всегда могу ответить, потому что Ютуб иногда не пишет сообщения. Видим. Как печатает, то есть наши точки на термопленке влияют на качество. Видим, раз, два, три, раз, два, три, и здесь такой след. То есть с рваной термопленкой вы можете печатать, но у вас будут такие точки. Ну, на этом все. С вами был канал Ямы Принтер. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. До свидания.